Трагедии избежать удалось, но от ответственности нарушителю не уйти. Речь идет о неизвестном водителе автомобиля, который накануне на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пятиклассниц. Машина тут же скрылась с места аварии. Это случилось в 3 часа дня у кольца на пересечении проспекта Дружбы народов и улицы Раскольникова. Попавшие под колеса девочки получили ушибы и травмы, а из-за шокового состояния не смогли запомнить ни цвета, ни марки сбившего их автомобиля. Поэтому ГИБДД просит откликнуться свидетелей этого происшествия. Недопустимо оставлять детей в беде. И здесь ГИБДД будет искать этого водителя до последнего. Свидетелей и очевидцев просим позвонить по телефону 002, это дежурная часть ГИБДД, 51 18 14 или 37 95 75.